Добрый день, дорогие друзья! Компания ПФ снова с вами. И сегодня лето, жаркая уборочная страда. И самое время, чтобы мы представили вам новый зерноуборочный комбайн производства «Гомсельмаш», дилером которого наша компания является на территории Тамбовской области. Сегодня мы вам покажем комбайн новой модели. Комбайн 3219 построен на базе всем известного комбайна 1218, точнее его обновленной модели 1218А1-05. Соответственно, комбайн подвергся значительным доработкам, которые улучшают его потребительские качества. Ну, начнем сначала, а именно с жатки. Модели комбайнов в Полесье оснащаются двумя типа размерами жатки, это 7 и 9 метров, и жатки зерновые, и жатки соевые. В данном случае у нас сегодня самая широкозахватная жатка для уборки сои. Она отличается, что у нее подвижный плавающий режущий аппарат, который позволяет очень низко срезать зерновую массу и копируя все неровности поля. Вот в данном хозяйстве культивируются такие культуры, как лен, соя, и поэтому для них эта жатка очень важна, ее характеристики. Также, когда сталкивается хозяйство с проблемой полеглых хлебов, то же самое соевая жатка незаменима. Она осуществляет срез там, практически под 0, до 3 см. Значительных изменений претерпела наклонная камера комбайна. Такая наклонная камера уже стоит на моделях А1, и сюда же перекочевала со всеми своими преимуществами. Очень много сделано работы по улучшению ее надежности. Соответственно, усилены механизмы механического копирования рельефа почвы, пружины, рычаги. Это сделано для того, потому что жатки уже используются более тяжелые, 9-метровые в данном случае, все это необходимо было усилить. Далее, изменена конструкция транспортера наклонной камеры. На ранних моделях комбайнов 1218 транспортер состоял из двух частей. Слабая у них была надежность. Сейчас уже ставится транспортер единый, усиленной конструкции. Также незначительно, но была снижена скорость самого транспортера наклонной камеры. Опять-таки, все это сделано для повышения надежности машины. Также вы можете заметить и внешние отличия комбайна. В частности, у него пластиковые крылья капотов. Опять-таки, это удобство для обслуживания, они намного легче, они не подвержены коррозии, и у них красивый внешний вид. Вот смотрим, значит, устройство комбайна изнутри. Молотильные барабаны такие же, как на Полесье 1218. Первый молотильный барабан диаметром 600 мм, он же ускоритель. Барабан основной молотильный диаметром 800 мм. У роторных комбайнов есть, скажем, одно из слабых мест – это сложная балансировка работы роторов. Многие комбайны с одним ротором подвержены сильной вибрации. Есть комбайны с подвижным ротором и декой. В этом же случае специалисты завода «Гомсельмаш» пошли по более выгодному пути и приняли решение применить на этом комбайне компоновку двухроторную, которые вращаются навстречу друг другу, тем самым достигается максимально ровная балансировка работы всего комбайна. Вот здесь вот уже третий шкив – это битер-нормализатор, который распределяет соломистую массу, хлебную массу на два ротора равномерно. И дальше уже вместо клавишных соломотрясов, как на моделях 12 серии, здесь уже в работу вступают два ротора. Позаботились об условиях труда механизатора. Для этого, в частности, установлен в заводском исполнении бачок для мытья рук. И для облегчения ежесменного обслуживания комбайна на комбайне применяется система централизованной смазки. Здесь вот мы видим распределители и трубки, которые уже все идут к необходимым узлам, которые нужно смазывать. Все это происходит в автоматическом режиме. Доработана и усовершенствована система очистки. Для этого здесь использовали уже 5-секционный вентилятор, который позволяет
более точно и равномерно дозировать направление и количество воздуха для снижения потери и улучшения качества очистки зерна. Еще здесь можете увидеть отличие от комбайнов двенашки. Это вот уже привод самих роторов. Через ременную передачу, сейчас перейдем туда подальше, все это здесь вы увидите. Шкив, он из двух частей состоит. Сейчас здесь стоит для максимальных оборотов роторов. Если же мы переставляем ремень здесь на малый диаметр, там уже непосредственно на приводе роторов на большой, получаем минимальную скорость, необходимую для уборки подсолнечника и кукурузы. Также здесь стоит добавить, что если на комбайнах 12 серии понижающий редуктор молотильного барабана — это было опциональное оснащение, его устанавливали дилерские центры, то сейчас уже этот редуктор стоит в базовой комплектации, установлен с завода. Вот как раз здесь вы видите привод роторов, о чем я говорил ранее. Он шкив двухскоростной, сейчас стоит на положении зерно. Переставляем на больший радиус, получаем меньшую скорость, соответственно, будем работать на кукурузе. Измельчитель пожененных остатков соломы. Здесь стоит родной двенашечный, все вы с ним знакомы. Но очень хорошая доработка в этом плане. Здесь уже стоят в базовой комплектации полово-разбрасыватели. Это сделано для того, чтобы мелкая фракция соломы раскидывалась не только по следу, как это происходит на комбайнах без этого устройства, а на максимально возможную ширину. Вот в частности, это хозяйство использует технологии no-till без обработки почвы, и распределение пожененных остатков максимально равномерно на ширину жатки имеет для этого хозяйства очень существенное значение. Также вы здесь видите очередной механизм распределения системы центральной смазки, который распределяет смазку по мосту. Мы с вами в сердце комбайна, его моторной установки. Здесь используется 8-цилиндровый двигатель ЯМЗ мощностью 390 лошадиных сил. Двигатель отличается электронным управлением. У данного двигателя доработана система охлаждения, а именно здесь стоит вентилятор охлаждения с поворотными лопастями. Для чего это? Если температура охлаждающей жидкости достигает 90 градусов, лопасти автоматически поворачиваются на приводе вентилятора, и вентилятор дует уже в обратную сторону, тем самым продувая, очищая от пыли, от соломы и так далее, сам себя очищает. И здесь вы уже видите, здесь с этой стороны, соответственно, где на сетке, здесь уже нет очистителя радиатора. Итак, мы с вами на самой верхней точке комбайна. Это уже где финиш, собирается урожай. Это его бункер. Бункер тоже существенно отличается от предыдущих моделей. Здесь, во-первых, увеличен его объем. Сейчас он составляет 9,5 кубических метров. Применен новый загружной шнек. Он имеет складной механизм и загружает теперь бункер непосредственно сверху. Тем самым, опять-таки, повышена его надежность и производительность. Если раньше был короткий шнек, и ему приходилось всю эту массу поднимать зерна, которое сверху у него было, то сейчас уже зерно самотеком идет через верх. Данный бункер оснащен вибродном, так же, как и на комбайнах 12 серии модели А1. Сделано для того, чтобы при влажном зерне не образовывались своды, зерно не подвисало, а полностью все стекало вниз бункера для его выгрузки. Выгрузной шнек на этом комбайне установлен удлиненный, потому что жатка стоит 9-метровая, соответственно, чтобы было удобно подъезжать грузовым автомобилем под разгрузку, этот шнек увеличен. Обладает производительностью 90 литров в секунду. И позволяет это выгрузить полностью бункер, полностью наполненный, менее чем за 2,5 минуты. Все комбайны производства Гомсельмаш, также Брянск-Сельмаш, с 2020 года оснащают многофункциональным разъемом для быстрого соединения комбайна с жаткой. Процесс соединения происходит за считанные секунды. Это очень удобно, когда жатку необходимо отцеплять для транспортировки на другие поля, также при перенавешивании
жаток зерновых, подсолнечных, кукурузных и так далее. Данный комбайн оснащен мощной системой рабочего освещения. Здесь вы видите установлены диодные фары. Спереди 8 фар, сзади 4, и также установлен прожектор на выгружном шнеке. Это все позволяет работать комбайну круглосуточно, в том числе и в темное время суток. Комбайны производства «Гомсельмаш» оборудованы современными комфортными кабинами. Здесь вы видите несколько измененное по сравнению с предыдущими моделями. Очень удобное кресло, рулевое управление. Изменены рукоятки управления, блок управления. Здесь вынесены рычаг управления ГСТ, управление жаткой, мотовилом, вентилятором, кнопкой экстренного станового комбайна. Как видите, здесь уже стоит новый цветной монитор. На него выводятся показатели работы всех режимов комбайна. Двигателя и работы молотилки. Количество оборотов, температура, все-все-все. Все это сюда вводится. Более того, эта информация вся записывается, сохраняется в режим компьютера. Оборудовано дополнительное место для помощника комбайнера, может быть, агронома. Есть кондиционер с ящиком, с отдельным боксом для охлаждения воды. Установлена с завода магнитола. Все это позволяет комбайнеру в комфортных условиях работать и с высокой производительностью убирать урожай. Я механизатор Улыбышев Сергей. Работаю в данной организации на комбайне «Гомсельмаш» GS3219. Отработал на этом комбайне 60 часов уже. Комбайном очень доволен. До этого работал тоже на Полесье GS12. Очень отличается от того комбайна тем, что на нем есть централизованная смазка. Времени меньше уходит на обслуживание перед уборкой. По потерям вообще, считай, их нет. Урожайность 52, частично полег урожай. Комбайн с бобовой жаткой 9 метров справляется с ней, поднимает ее и обмолачивает, и все хорошо. Жатка 9 метров по урожаю, по пшенице со скоростью 8 километров идет и справляется. В кабине сейчас очень комфортно для комбайнера, все под рукой. Компания ИПФ является официальным дилером завода «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш» на территории Тамбовской области. Поставляем в Тамбовскую область зерноуборочную и кормоуборочную технику, осуществляем ее гарантийное и сервисное обслуживание. На данный комбайн распространяется срок гарантии 2 года или 600 моточасов. Мы надеемся, что этот комбайн займет достойное место в парке комбайнов любого хозяйства, будь то мелкий или средний фермер, или крупный агрохолдинг. И этот комбайн будет удовлетворять самым высоким требованиям руководителей и агрономов хозяйств и позволит качественно и без потерь убирать урожай.